Привет, дружочки-пирожочки, с вами товарищ Сафронов. Я уже 7 лет рассказываю вам про игрушки, у меня накопилась огромная гора куча игрушек различных, и я снял кучу для вас роликов про игрушек, но сегодня ставим все лайки, кто хотел видеть обзор на кошек, потому что многие просили, у меня их много, настоящих живых кошек, и поэтому я сегодня сделаю обзор на кошек. Слышали? Кошки, наверное, хотя они... Сейчас, подождите, проверим, пойдемте, что ты... Сейчас вот кошек, пойдем посмотрим. Так, вот это вот Скарлетт, номер раз кошка, здесь она. Кот Мандарин вот здесь лежит, это два. Кошка номер три, Пенечка, доедает корм. Так, вроде все, что ж за шум такой. Так, мне одному что-то стрёмно, поэтому пойдемте с вами вместе. Шумит наверху, на втором этаже, поэтому надо проверить. Второй этаж у меня вот здесь, кошки вроде здесь. Хотя бы давайте, пусть будет контент, не знаю, вот залезу. У меня все игрушки там наверху, может там что упало. Так, ну я, собственно, полез, сейчас фонарик возьму и покажу вам, что там, точнее, расскажу вам, что там. Хотя бы так, вроде все закрыто, что как-то, да кошки даже не особо пролезут. Ладно. Все нормально, все в порядке, все проверил, вроде все окей, все хорошо, вот кошки лезут, видите, Мандарин лезет, ну как бы, они же внизу были, наверное, что-то упало просто. Вроде все нормально, фу, ничего такого не было. О, ладно, пойду. Так, сейчас, что там, в комнате забыл, ну да, камеру забыл забрать. Вот, даю, камеру забыл забрать. Так, ладно, забираю камеру. Ладно, все, нормально. Какой-то шум. Не понял, откуда. Это странно было. Ладно, продолжаем на кошек. Обзор. Итак, Ты что такое? Это было странно. Сюда. Возраст, конечно, наверное. Что это было? Привет. А? Это я. Я сегодня за старшего. И ты не будешь делать обзор на кошек. Тебе нельзя делать обзоры ни на что другое, кроме игрушек. Или коровка в безголовка придет за твоей душой. Да, ребята? Ставь лайк. Про лайк, конечно, дело говорит. Это да. Но, как бы... мой же канал. Я что хочу, то и делаю. Нет? Нет. Окей, хорошо. Допустим, я вас буду слушать. Вы тогда, наверное, испаритесь и все такое. Вот, короче, на всякий случай я это видео выложу в интернет, чтобы не думали, что это плод моего воображения. И это какие-то игрушки просто разговаривают. Я за них там, чтобы все смонтирую, выложу просто как есть запись. Ну, давайте, окей, хорошо, обзор игрушек. Что же делать сегодня будем? Обзор? Ну, давайте, например... на это. Давайте сделаем обзор вот на эту штуковину из посылочки из Америки, Rainbow Corns. Я в большой распаковке показывал вам игрушки, которые ко мне пришли, и вот с помощью сервиса LightMF, доставка из Америки. Да? А где будет это? Интеграция! Так, я что-то не понял. Ты комментировать будешь, что ли, что-то в процессе все это? Да. Хэштег сыза у Сафронова. Пусть все думают, что ты с ума сошел и говорит тут за игрушки разными глазами. Да, раздражающий элемент видео. Это прям даже моими словами говорит, прям даже голос похож. Ну ладно, окей, я оставлю, чтобы вы потом не думали. Я оставлю видео, пусть как оно есть. Окей, смотрим, что это такое. Значит, да, сервис по доставке из Америки, я... Он уже рассказал, я хотел вам это озвучить, но, соответственно, окей, вы знаете все. Ссылка в описании. Вот, и это Zuru, Rainbow Corns. Вот такие яйца-сюрприз с рогом. Они бывают большие и вот средние, маленькие, короче, разные. Вот у нас загадочные всякие знаки. У нас здесь есть рог. У нас здесь есть вот надпись Zuru. Это компания, которая производит. А, серия вторая. Здесь такая ядерная раскраска. Ядерная, я хотел сказать, девочка. Нет, ядерная раскраска и радостная девочка. Начну. Все, просто распаковку, ладно? Шоколадно. Какая же курочка снесла такое яичко. Ух, тяжеловато ей было с этим. К этому мне придется привыкнуть. Зрители, я думаю, меня понимающие. Если это все вырежу, мне никто не поверит. Ладно, распаковываем. Так, открываем. Здесь, естественно, перфолиния, моя любимая в кавычках. Вот. Перфолиния оторвана за три попытки, есть контакт. Так, открываем теперь здесь и наблюдаем яичко. Кстати, похоже на что?
Правильно. Похоже на яйцо замерзшего слоника. На всякий случай, я, конечно, понимаю, что ты странное существо, но слоники не размножаются яйцами, они не несут яйца. В этом-то и сутка. Хорош, ролик же дети смотрят. Ладно, все, распаковываем, и теперь хоба, и ву, какая милота. Какая милота, какая... У нас тут какой-то, кстати, непонятно кто. Давайте посмотрим, что тут на самом деле много всего лежит. Я что-то не ожидал, что тут будет столько всего, а оно тут столько всего и лежит, и много всего. Некое вон яйцо, оно как-то закреплено там вот так вот, и надо его выдернуть, это яичко. И здесь, видимо, еще и фигурка будет, и здесь будет еще и вот что-то еще. Глиттер-пуп. И, соответственно... Здесь есть еще такая карточка какая-то, к которой можете... Сертификат. Здесь у нас буклет, соответственно, с тем, кто... О, как он красиво открывается. В общем, красивый, красивый буклет. 72 у нас всего, да, у нас в коллекции. И, эти маленьких, и вот эти вот большие, да? Вот такие вот. Окей, хорошо. Ну, какая миленькая, согласитесь, милота. Какая-то вот такая вот красота. Единорожка с золотыми ножками. Мадам. Разрешите вас пригласить на танец. О, мадам, вы так блестите. У вас такой розык. Мадам. Мадам. Оно все не живое. Ох, вот эти обычные игрушки. Так. Это будет... Это психологически сложно. Единорожка, золотые ножки, золотой рожек и вот пушистая вот эта вот штучка у нас здесь. Такие прошитые глазки, улыбающийся такой ротик. Смотрите, здесь какой-то на сердце у него, на сердце у нас вот такая наклеечка, наклеечка с такими вопросами. И что же будет, если мы отклеим? Здесь у нас наклейки. Может, она музыкальная? Может быть, она музыкальная? Нет. Вот жму, и ничего. Я думал, здесь музыка будет жмякую. Нет, крылышки у нее вот такие красивые, золотистые крылышки. Но они как-то сложены, и их нужно как-то расправлять. Сверху здесь есть петелька, что-то куда-то можно привесить. Ушки розовые вот такие миленькие вот здесь. Здесь еще пушок. Короче, это для, видимо, любителей разных материалов. Вот. И, соответственно, хвост, который очень криво прошит. Но здесь вот это вот прям хочется, чтобы какая-то была музыкальщина, да? Нету музыкаль... Ничего нету. Я тебе сейчас так позмякаю. Ты чего так, даму змякаешь? Я тебе сейчас так позмякаю. Позмякаю. Хочешь, я позмякаю? Давай тут меня тут. Змякает он. Змякает. Мадам, простите. Ну а как мне с ней быть еще? Это же игрушка. Она же плюшевая игрушка. Чё я объясняю? Ладно, давайте смотреть дальше. Давайте яйцо. Яйцо все-таки посмотрим, что оно из себя представляет. Это яичко. Перфолиния тоже имеется. Я сейчас хотел скрести. Так, открываем. Смотрим на яйцо. Оно вот такое тоже. Тут какие-то радуги, единороги нарисованы. И открываем яичко. И там... Это, смотрите, маленький единорожек тоже. Маленький единорожек. Вот, у меня не хочет на ней фокусироваться. Какой-то вот такой маленький единорожек. Он резиновый, с плотной резины. Ну, как вот маленькие фигурки такие сделаны. И у него маленькие золотые крылышки имеются здесь. Так, ну и здесь еще тоже есть перфолиния. И здесь... это печатка. Давайте на чем-нибудь напечатаем. О, не могли бы вы, молодой человек, на секундочку? Нет? Да-да. О, мадам, да вы с прицепом. Это ваза? Я хотел тебе показать, смотри, какая штуковина. Опа, и... О, ты чё, Ты чё, вздумал меня опечатать немножко? Сейчас, подожди, Я защищался как мог. Вот, оставляет такие печатки. Теперь я в единорожьем... Погодите-ка, в единорожьем... Пупе! Это у нас упаковка с пупом. А что это такое? Пуп. Звучит как-то вкусненько. Сейчас я тебе на ушко расскажу. Можно? Фу! И с этим просят играть детей! С пупом! Хотя, стой. Я могу предложить бизнес. Буду поставщиком. Как идейка. Примерно так же, как и вот эта вот история у нас. Тут действительно радужные единорожьи кокульки, по идее, здесь должны быть. Открываем и смотрим,
Что у нас здесь? Оу, они залипли. То есть, если что, как бы анатомию единорогов дети выучат. И у нас здесь вот такой блестящий. Знаете, что это? Я абсолютно точно знаю. Это воздушный пластилин. Короче, это пластилин, как был в акциях, вот в этих вот перекрестке, где залипаки. Единорог. Я слепил еще одна, получилась третья игрушка. Итого у нас три игрушки в комплекте. Раз, два, три. Так, так кто же это у нас? Давайте сейчас разберемся. Мелкий это попался у нас Бубу Юникорн. Вот такой вот маленький со штампиком. Тут могли быть армосердечки, кристаллы или какие-нибудь другие штучки, очки. Но мне попалась с какашкой. София попалась. Вот такой набор. Стоимость такого набора в Штатах, на самом деле, немного. $10, друзья мои. $10 всего за вот это вот. Ну, как бы в целом миленькая-маленькая игрушка. Сюрприз. И к тому же еще и тут какой-то пластилин засыхающий, но он с блестками, то есть такого вроде как нету. Может быть, конечно, ну, по крайней мере, в акции не было. Может быть, отдельно где-то продается с блестками. Штампик и еще мини-фигурка. Она, кстати, снимается вот с этой. И у вас получается отдельно штампик и отдельно мини-фигурка Rainbow Quartz от Zuru. Так что пользуйтесь, заказывайте на Амазоне. Я заказал. Ставьте лайки, смотрите полезные ссылки в описании. И ждите обзора на кошку, он обязательно будет. Так, стоп. Во-первых, я камеру выключаю. Во-вторых, никакого обзора на кошек, пока коровка-беголовка не развесит. А в-третьих, Софочка, я приглашаю вас на танец. Ты тоже танцуй. Камеру я выключаю. Лайк за танец. Сам поставил. Зашел под аккаунтом и поставил. Сам. Понял ты? Ну, танец есть танец. Потащил игрушку на второй этаж. Ладно, все. Аривидерчи, так сказать. Проблем вы мне, конечно, создадите, ребята. Но вы меня тоже поймите. Все, что я всегда выкладывал, оно было по-настоящему. История с духом плохих игрушек. И в ролике с вредными игрушками, танцами игрушек. Они все были по-настоящему. Вредно-пупс, по-настоящему. Все было по-настоящему. Никогда не было никаких приколов, розыгрышей. И в этот раз я выложу в качестве доказательств, что вот все так по-настоящему происходит. Спасибо за поддержку. И на какой-то период, видимо, может случиться, что будет так, я не знаю. Все пройдет, как прошел супергеройский период, как прошел вредно-пупс. Конечно, все сейчас с ностальгией вспоминают, но, конечно же, это всем не нравилось, как и сейчас, многие будут недовольны. Но что поделать, я должен делиться с своей аудиторией тем, что происходит в моей жизни. А происходит вот это. Пойду попробую чердак закрыть. Ладно, пока. Ага, я сказал, камеру выключаю. Что-то был?